Друзья, вечер добрый, с вами Quantum и Kratos, и добро пожаловать, это Crossout Битва Автосборок. Это та самая игра, где мы из кучи всякого хлама собираем всевозможные постройки для битв. Конкретно сегодня мы играем Битву Автосборок, игра автоматически собирает нам абсолютно любую рандомную машину, и на этой машине мы проходим испытания, то есть воюем друг с другом. Смотри, что получится, ну а мы будем... начинать. Houston, we have a problem. И, кстати, да, оставляю ссылку на игру в описании. Переходя по ссылке в описании, ты получаешь приятные бонусы в игре. Поехали! Ну что, битва автосборок. Автосборку нажимаем, автосборку получаем. Что? Ядрить, Антон. Ебать! Ты сейчас увидишь... Нет, Антон, у меня башня Т-34 на... Это трындец. Это пиздец. Это трындец. Пошел вон! Я не ноги хочу, нет, я не колеса хочу. Нет, дула я нет. Я не хочу. Я не хочу. Пиздец. Я не хочу, я маленький. Че, я большой. Да я большой, маленький. Не знаю, какой я. Можешь меня не трогать? Ты меня ствола стрелил. Ебануло. Да? Ствол, а что у тебя тогда такое-то огромное здесь? Да это стоячок, блядь! Манга, стоячок, слышишь? Сука. Могу. Что у меня на башке осталось? Что? Куда ты мне попал? Куда ты мне попал? Посмотри, что осталось от меня. 120 хп, одна турбина, кабина. Посмотри. Спустись, сука. Жаба, блядь, нафиг. Одна победа есть у меня. Если бы ты не заложил, то бы мне же... Да что у меня с машинами не... Да ладно, блядь, что дубль 2, сука. Ой, хуя, я ее повернул, там еще интересней. У меня машина так-то красивая, кстати. И я сюда еду. Ну, я как бы возле бункера. Да я там же, тебя нет. Не ври матери. Слышь, мать, что ты плохая мать, раз не ощущаешь сына. Сюда иди, сука, синяя. Девочку, понял? Я тебя вижу. У тебя взгляд как у афериста, я не верю таким, как ты. Иди сюда. Ты иди сюда. Стоячок. Тюрю-тюрю-тюрю. Шел отсюда. А, я понял. А это ты понял? Ах ты ж... Перевернусь. Ой, бля-бля-бля. Бля-бля-бля, что-то сжег уже. Ебать! Что, ну, где? Поехали. Да... Поехали. Да какая же ты... Да какая же ты, тварь, заехал под меня? Ненавижу высокие тачки. Хорошо, 1-1 играем дальше. Так, давай, автосборка новой машины. С чем порадуешь сейчас? Бляха. Да что такое мне выпадает? Да ладно, тебе тачка со стояком выпала. Это стояк, сука. Господи, ты попал. Антон, значит, четкий парень, чего такой, приеду такой, накостыляю тебя. Вика так чаще стояк не видит, как я, блядь. У тебя проблемы, что за всю игру ты его один раз увидел. Это шутка, это мы вырежем. Ну, да, нет. Где ты? Интересно, как же я топаю. Ну, хотя бы сейчас у меня машина не самая плохая, потому что у меня орудие не бах-бах, у меня тры-ты-ты. А тры-ты-ты, оно как водится получше. Ах ты, тварь! Ты попал. Сука, иди нахуй, у меня стояк. Ну, серьезно, блядь, ты же не хочешь со стояком подойти к человеку? Так я издалека подойду. Бляха-муха! Бля-бля-бля-бля-бля, жри его, сука! Я паук, блядь! Бодя, бобси, павуки! Виньи в мухи, комарив! Хава в те сам еще я! Шкода, бодьки, вже нема! Бо-бо-бо-бодька, бодьки, павуки! Виньи, блядь! Все, бодька! Как тебе бодька? Знаешь, ты мне одно оружие оставил, а не два. Подожди, давай остановимся! Давай, ты давай, сейчас, давай, ты под нас выстрелил, дебилок! Давай дружить с семьями! Блядь! Подожди, у меня 79 хп. Давай поговорим. Давай я перевернусь красиво. Все, давай, стреляй.
Стреляй. Блин, блядь, подожди, я не могу под нас. Нам нужно ты вот под нас пройти. Не выстрелишь. Нет, могу выстрелить, нам нужно туда пройти. Сейчас, блядь. Ты как-то странно ходишь. Нет, вот передо мной стань. Что ты хреновую игру затеял? Да передо мной стань, что... Да чтоб были равные шансы, давай. Вот, вот равные шансы. Под... Это ты сзади меня, сзади нет зоны. Есть спереди зона. Готов? 3, 2. Давай. Нахрена в скалу выстрелил, баклажан. Почему это не сработало? Подожди, перезарядка, давай еще раз. Да, блядь, я почему... Убивай меня, дрянь, блядь. А как мне... Как мне... Ладно, убью тебя. Бэкспейс зажать. 2-1, играем дальше. Играем мы до 5 побед. Ты че такой сложный стал? Я следующую машину собираю. А следующая машина у меня... Ядрить! Пиздец. Ну, блин, такое на самом деле. У меня калибр какой, посмотри. Не верит. Я маленький вообще. Так забей, маленький, да удаленький. У меня как будто двигатель от Порше, блин. Ай-я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 й-
Я еще и не попал в тебя. Ага, вон оно, поехало. Заховать захотел, собака. Иди сюда! Есть! Ты мне пушки отбил! Ой, как она долго разворачивается! Знаешь что? Я всегда хочу еще поговорить. Да пошла в жопу! Бля, еще ой, бляха-муха. Еще где-то ракета, бля. Пили его, пили его, пили его, как тёлка, пили! Дрянь, пили его! На бля. Тебе, тварина! Откуда у тебя ракеты летят? С какой жопы? Ёб твою мать! С такой, которой теперь нет у тебя! Ай-яй-яй. Ну у тебя хотя бы петух оружие есть. Ну ты с ним сделать ничего не можешь. Я знал, что так где будет. Где там твоя пушка? Сейчас я отымею. Я, правда, тебя могу перевернуть, конечно же. Сука. Пушки нет! Ну и что делать будем? Что делать будем? Ты горишь. Сука, я могу видеть, что тут, блядь. Я сейчас перевернусь. Тебе... Спасибо, блядь. На тебе, жопные войны, блядь. А что ты-то за так загорелся, мне интересно. А чё я горю, блядь? Ты меня догнать теперь не сможешь. Что это такое, Антон? Сколько тебе хп осталось? У меня 297. Да все равно больше, чем у меня. Ну так и все, отстань от меня. Я тут езжу, мне хорошо. Господи, да, это самая ты... тупая битва. Битва углы инвалидов. Углы. Сука. Ну хорошо, давай сделаем это красиво. Вот же тварь. А что мне с тобой делать, блядь? У меня нет оружия. Я тебе антенну откушу, блядь. Давай, кусай мне антенну. Поехал такой, поехал. Деловой ушлепок. Бля. Хопа! Че, неждан ушлепок? И шо, блядь? Ух, блядь. Я буду умнее. Ну хорошо. Я буду тут стоять, и чё? Мне пофигу. Ты дрянь выжил. 60 хп. О, нихуя! У тебя есть бал. Есть ко мне, блядь, посмотри эту херню. Счет у нас 2-2. Продолжаем. Я как красиво. На кнопку. Я тоже нажал. Едрить. Да. У тебя тоже, да, шести колесное нечто. Место. Ой, наконец-таки. Нельзя, да? Я могу ездить с нормальной скоростью. Еман, она не рулится. Забей, там, классик. Где не рулится, там сразу и рулится. Знаю, я вот. О, блядь. Ты чё нахрен напугал меня? А, все, ГГ, ты мне все отломал. Пока. Пошел, это Спарта, тварь. На что взрываться? На бэкспейс. Но тебе не придется этого делать. Я испугался. Ну подъедь. Ну окей. Нихуя. Фу, блин. Я такой щупый. 3-2, играем дальше. Я обосрался.
Так, собираем машину, 3-2 и... Нифига ты. Господи, что ты такое, Антон? У меня есть оружие? У меня нет оружия, но у меня есть кое-что другое, тварь. Сука. У меня есть нечто более сильное, я джедай нахрен, я познал силу, энергию вселенной нафиг. У тебя эта херня током бьющаяся, да? О, приятно. Блядь! Ты что-то на хуй отвали, тварь! Я могу еще дым пустить, Антон, в честь тебя. Спасибо, спасибо. Блядь, что это за параша ездящая? Я же говорил, я... Маленький-то удальненько. Ебать, у тебя армия! 4-2! Так ты понял, я такой еду, хуяк, у меня все отпало. Я такой, заебись. Зашибись, вода. Поиграл. Давай, следующая автосборка. Ой, блин, автосборка. Что вот ты такое, бляха-муха? Можно мне теперь армию, пожалуйста? Ну, блядь, да, блядь, спасибо. Так, ну что, ну это трындец, неправильная машина, она должна вот так, мне кажется, лететь, а не так, как она летит. Да? Бля, ты дебил! Блядь, не попал, пиздец, убегаем. А как, можно вперед? Я не понимаю, где вперед, а где назад. Дебил. Блядь, ты мне все ракеты отстрелил, ну дрянь. Злая. Агрессивная. А куда она вообще стрелять, в какую сторону? Блин, ракета твоя. Чисто под меня залез такой, это жестко было. Это была битва автосбора, господа. С вами был Квантум и Кратос. Понравилась рубрика, хочешь побольше кроссаута с разными рубриками на канале, пиши об этом в комментариях. С вами был Квантум Кратос. Ссылки на игру будут в описании. Также, перейдя по ссылке в описании, ты получаешь бонусы в игре. Всем пока и до скорых встреч. Всем пока.